Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан сообщает, что появился новый вид мошенничества. По данным ведомства, действует несколько групп злоумышленников. Первая группа мошенников рассылает поддельные электронные письма, в которых говорится о начатых судебных разбирательствах с использованием символики ведомства. Данные письма содержат вирусы и активируются при их открытии. Вторая группа мошенников рассылает письма с официальной геральдикой судебных приставов о необходимости уплаты задолженности с приложением реквизитов неизвестных счетов. Узнать верную информацию всегда можно через официальный источник – сайт службы судебных приставов. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан отмечает рост числа обращений граждан, введенных в заблуждение неустановленными лицами, представляющихся судебными приставами-исполнителями. В связи с этим информируем вас о том, что гражданам, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо знать, что судебный пристав-исполнитель при совершении исполнительных действий должен руководствоваться четко определенными правилами. Во-первых, он должен быть одет в форменное обмундирование, либо иметь нагрудный знак. Во-вторых, он должен представиться и представить в развернутом виде служебное удостоверение. Также судебный пристав-исполнитель должен объяснить, на основании каких документов он совершает исполнительские действия, представить материалы исполнительного производства, в том числе подлинник исполнительного документа и постановление о возбуждении исполнительного производства. Нефтекамский межрайонный отдел УФССП по РБ призывает граждан быть более бдительными, и если вами получено извещение о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, либо требование о погашении задолженности, просит вас обратиться в службу судебных приставов для того, чтобы удостовериться, что у вас действительно имеется данная задолженность и что сотрудник, явившийся к вам, действительно работает в службе судебных приставов. Данную информацию вы можете получить по телефонам 4-68-51, 4-52-65, а также на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ во вкладке «Банк данных исполнительных производств».